среду в Самарской области будет ясное небо без осадков, чуть потеплеет. Дневная температура плюс 2, плюс 4 градуса, ночью 5-7 ниже 0. Ветер западного, северо-западного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо без осадков, днем плюс 4 градуса, ночью минус 7. Ветер западный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 2, ночью минус 5 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 3 градуса выше 0, ночью минус 6. Ветер западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле возмущенное. Внимание, ожидается малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.